Всем привет! Это Фредерик Сефти Channel, и сейчас я занимаюсь монтировкой Тониного видео, как она ездила в Латвию. И всем приятного просмотра! Привет! Сегодня мы гуляем по Риге. У нас выдался свободный день. И вот такую красоту я сейчас созерцаю. Там чуть подальше такой небольшой теплоходик. Цветов очень много. И там вон статуя свободы. Как бы. И солдат стоит. Прямо как в Англии. Два солдата даже, да. В сторону. Очень красиво. Ну вот, мы гуляем по старому городу. И здесь такая чудесная кафешка. Ну, честно. И здесь мы дошли до церкви. Очень красивая старинная церковь. Ну, в общем, мы отошли от церкви, и я отошла от церкви, и мы идем по старому городу. Вот такие вот потрясающие просто, очень красивые здания. Они здесь уже простояли очень много времени. Это просто замечательно. Не знаю, как вам, но мне всегда очень нравились такие старинные здания. Навевают какую-то историю. И хочется в нее окунуться с головой, так сказать. Сейчас прохожу через очень милый переулок. Вот. Хотела вам показать. Как вы видите, здесь продают сувениры, всякие разные украшения. И мы нашли один викторианский индийский ресторан. Вот и сейчас зайдем в него. Только посмотрите, как внутри красиво. Вот. Собственно, мы здесь. И здесь довольно интересное меню. Здесь очень красивый вид из окна. Очень здорово. Хочу с вами поделиться. Вот нам принесли закуски овощные, также сок, острые соусы. Сейчас в следующей на очереди будет карри. Так, принесли овощи карри. Ну что же, мы начинаем кушать. Всем приятного аппетита.
общем, хочу вам показать вот такое вот красивое место. Я снова пришла в сад. Там мостик. До него мы сейчас дойдем. Пока поднимемся вверх в гору. Согласитесь, вид красивый. Там можно поехать на теплоходе по желанию. Люди сидят, отдыхают на траве. Непривычно, правда, для Москвы. Здесь человек живет в гармонии с природой. А он, кстати, трамвай. Очень необычный. Тоже для Москвы. Очень красиво. Даже представить не могу, сколько лет этому сооружению. Вот. А сейчас мы спустимся к реке. Поближе подошли к реке. Вот маленькие теплоходы, утки. А воздух тут какой чистый. Не сравнится с московским воздухом. Ух ты! Оказывается, это не цветы, а замочки. Во Франции есть такой обычай, когда кто-то запирает свой секретный замок и выкидывает ключик в реку. Ну и как не без того, чтобы не показать вам вкусняшек. Здесь овощи, фрукты, любой вкус. Соки. Вот тут всякие снеки. Всем хорошего настроения. Всем пока-пока. Скоро увидимся.